Друзья, всем привет! На экранах вот этот нож, который уже засветился в моих видосиках, я про него рассказывал. Хочу его заменить на фирменный нож от Stanley. Это вот я рассказывал в предыдущем видео про отвертки, да, Stanley, да? И там вот этот ножик засветился. Это не фирменный нож, это, лже-фирменный нож. То есть это Steyr, да, это российская фирма от компании MasterNet. И вот он поломался. Да, он MasterNet размещает в Китае свои заказы на китайских заводах и фабриках, а как известно, китайские товары всегда отличаются кое-какими недостатками. И вот смотрите, вот этот вот барашек колесик, да, который прижимает вот это лезвие, ну, слезался здесь каким-то невероятным образом. Сыромятная резьба здесь. И вот в этом видео хочу показать, как я немножко его починил. Так что не выбрасывайте, он может еще послужить какое-то время вам. И не надо будет тратиться на новый нож. Но я все равно потрачусь, потому что у меня комплект отверток Stanley. И вот Steyr там явно не вписывается. И Stanley по качеству настоящая, заграничная, то есть бренд, который, в принципе, не Абибас, да, вот есть Абибас, а есть Адидас настоящий, вот смотрите, видите, вот нашел вот такой колесик, не знаю от чего, просверлил в нем отверстие, вставил вот такой вот болтик с широкой шляпкой, правда, он как раз вот сюда вот встал, вот так, закручиваю на него гаечку, вот так вот, быстренько. Вот, кстати, отвертка Stanley. Вот так, быстренько. Ну вот, закрутил. И сверху еще, вторую гаечку, контрагаечку такая. Подобрал длину болтика как можно приближенней к стандартному. Ну, вот так тоже накручиваем быстренько. Вот, потом вот здесь вот можно придержать. Вот здесь вот зажать. И законтрить, закрутить. Это, да. Можно покрепче. Получился вот такой вот колесик. Вот так вот. Гаечки, правда, торчат. Но ничего страшного. И вот такой аналог получился. Да? Чуть длиннее. Да, вот этот колесик будет выпирать немножко наружу. Но ничего, зато он будет сжимать спокойно лезвие. То есть тот уже не зажимает стандартно, а этот вот, пожалуйста, вот видите, вот отпустил, чуть-чуть выдвинул, затянул, вот такой вот вариант, так что не выбрасывайте, просмотрите этот вариант, вот так это все выглядит. Ну, кстати, вот он не мешает вот здесь что-то резать, даже как упорчик может срабатывать. Главное не нажать, чтобы не выломать вообще. Ну, а если выломается, лучше купить, конечно, нормальный нож. Да, он там 500-700 рублей будет стоить в сравнении с 200-рублевым вот этим вот. У того уже такой здесь автоматический зажим качественный. Я пробовал этот нож. Может быть, куплю и... Ну, вернее, когда куплю, обзорчик засниму. На этом все. Всем пока. Подписывайтесь.